Новость о том, что осенний сезон охоты начнется уже в августе, вызвала настоящий ажиотаж среди любителей пострелять. За лицензией в Новосибирске выстроились очереди, охотники едут со всех районов области. А тех, кому не терпится перезарядить ружье, Сергей Толмачев. Очереди вот за такими лицензиями здесь начинаются еще на крыльце. Но вот по этому документу у него уже есть счастливый обладатель. Охотиться можно только с 5 сентября, а официальный сезон стартует 29 августа. Известно об этом стало накануне, и сегодня в 7 утра появился вот такой список от руки на листе бумаги. А у людей несколько часов ожидания, чтобы поговорить о трофеях да секретах добычи кабанов и уток. Народу очень много. Где-то там запись идет, где-то человек уже 140, а пропустили всего 30 человек с утра. Получить разрешение можно через сайт госуслуг. Нужен всего лишь охотничий билет и квитанция об оплате. В области 45 многофункциональных центров. Но даже электронный портал не справляется с напором охотников. Я неделю пытался подать заявление через госуслуги. Подал, через 20 минут пришло разрешение. Приехал, забрал. Но чтобы подать заявление, я неделю потратил времени. Раздражение еще и от того, что не было весеннего сезона. Его отменили из-за пандемии. Но многие в марте успели оплатить госпошлину на лицензию – 650 рублей. Повезло тем, кто не успел ее тогда получить. Когда был запрет на весеннюю охоту, соответственно, те заявители, которые обратились и получили разрешение, к сожалению, налоговый кодекс не дает возможности вернуть им эти деньги, либо зачесть. А, соответственно, те лица, которые данную услугу не получили, то есть они не успели получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов, они могут подать заявление на возврат, либо на зачет уже на осенний период. В Министерстве природы обещают, очереди исчезнут в ближайшее время. Сайт госуслуг уже работает в штатном режиме. Однако охотники народ нетерпеливый и стараются получить документы пораньше. Хотя время еще есть. Но те, кто оформлял разрешение с 5 сентября, раньше этого дня выйти на болото с ружьем не смогут. Либо придется купить еще одну лицензию с 29 августа. Сергей Толмачев, Антон Мамаев, новости ОТС.